Всем привет, это прослушка. Мия Генди Панда. All the time. Такой подарочек под Новый год. Тоже была похожа такая. По-любому Castle делал продакшн, возможно даже с Хлоем или Олейн, скорее всего. Сейчас, ну-ка, продакшн by Castle. Гитара Олейн. О, вот как прикольно. Так, что за отстой заиграл сейчас. Классно, вообще. Очень круто по музыке. Прям конфетка. Класс. Мияги, опять же, с посылом, с добротой. Как-то мотивируют они. Как-то изменить хотят. Ну и поделиться вообще своей энергией. И мне кажется, они вообще круто справляются. Вот это второй трек уже из недавних, которые выходил, ля-ля-ля. И опять же он такой, ну, мотивирующий, как-то не то что бодрит, но хочется взлететь вот просто и порхать вообще. И я еще хотел, слушай, я хотел сказать то, что если ты хочешь изменить мир, то как бы начни себя, это тоже простая вещь.
Вот, и мне кажется, вот они начали с себя, и благодаря им, мне кажется, и их слушателям как-то многие станут чуточку добрее, целеустремленней и так далее. Вот, но еще есть один момент. Есть такие поклонники у Хаджиме. Они не принимают другую музыку. Ну, то есть, не все, конечно, я не про всех сейчас говорю, но есть такие люди, которые не принимают чужое мнение или другую музыку, например. И для них, типа, вот то, что делают Мияги и Дипанда, это вот прям самое правильная музыка, качественная и так далее. Но есть еще куча разных артистов, есть куча разных мнений, как бы. Вот. И научиться бы этим слушателям считаться с другими и понимать то, что не только существует ваш мир, реальность, и есть еще и другие люди, они иначе думают и так далее, и им другая музыка нравится и так далее, и тому подобное. Печально то, что вот у таких артистов есть. Ну, люди разные, конечно, я все понимаю, но я это не просто так вот с бухты-барахты взял. Я видел комментарии, ну, вижу иногда, допустим, если где-то выкладывают трек, можно зайти, и там начинается эта война вкусов и так далее. Вообще о вкусах спорят, конечно, но это очень глупо, как мне кажется. Если тебе нравится, ну слушай, все, не обязательно там что-то кому-то доказывать и так далее. Вообще никто никому ничего не должен. Каждый слушает, что ему нравится, не нравится, не слушай. Вообще даже не пиши комментарий. Просто это вообще очень просто. У меня тоже было подобное, типа, я раньше строчил там комментарии, кому-то еще отвечал и так далее. Вот, но потом со временем я подумал, какого черта? Чем я занимаюсь? Зачем мне ему что-то доказывать и так далее? Мне пишут часто всякие разные комментарии, хейтеры, не хейтеры. Я иногда бывает отвечаю, иногда бывает пишу сообщение и потом его удаляю. У меня вообще несколько раз было такое, что блин, такие откровения. Это все из-за них. Все Мияги и Дипанды. У меня был случай, когда ну, типа, мое дело, не касаемо YouTube канала, один чувак высмеял. То есть выложил сторис, типа посмеялся там. И я написал, я сам не заметил, это время было 3 утра, по-моему. Короче, до 4, по-моему, я написал целое сочинение, несколько абзацев, почему и как этот человек не должен был вообще высмеивать. Ну, он моложе меня, типа, я давно в этой движухе, типа, и он совсем не понимал, какой у меня формат и так далее. Поэтому я, короче, все это настрочил, написал, отправил друзьям, типа, чё этот, ну, типа, разместить, ответить ему. Они такие, Альберт, ты чё? И я сам, когда проснулся, я такой читаю все это, думаю, а, я, ну, то есть я написал это все, и потом думал, да какого черта? Чё я, чем я занимаюсь вообще? Зачем я это написал? И когда я уже проснулся, я почитал, думал, ладно, хоть я не отправил это сообщение. Короче, я надеюсь, вы поняли, что я хотел сказать. Просто будьте добрее, понимание проявите. И не надо, в общем, язвить, не будьте токсиками. Все. На этом все. Классный трек. Короче, спасибо ребятам Мияги и Энди Панда. Респект отдельный Каслу и Олейну. Это вот, ну вот просто, я не знаю, красавчики на лейбле. Я вот сейчас гоняю альбом Олейна на репите вместе с MD. Короче, два релиза, которые вот мне в последнее время очень понравились. Если не слушали, зацените. Все. На этом все. Всем спасибо. Всем пока. Check it out.